12 нарушителей выявили сотрудники Госатомтехнадзора в минувшие выходные в рамках операции «Засада». Сотрудники ведомства регулярно проводят рейды по выявлению неправильной парковки автомобилей и других нарушений. Цель операции «Засада» – это выявление любителей мусорить, где попало. Каждый раз объекты меняются. В минувшие выходные сотрудники контрольного ведомства ловили нарушителей у деревни Опаренки. Было выявлено 12 нарушителей. Из них 9 были жители города Москвы, возвращавшиеся из дач. А также 3 жителя Подмосковья. Специальный контейнер буквально в 3 шагах. Несмотря на это, люди оставляют мешки с мусором по обе стороны дороги. Говорят, идти к мусорке неудобно. Местные жители не раз жаловались на стихийно образующиеся после выходных свалки. Это и послужило поводом сотрудникам Госатомтехнадзора посетить это место. Люди одни ленятся пройти пару метров и кинуть мусор в контейнеры специальные для мусора. Поэтому мы выбрали это место, чтобы со временем люди приучились скидывать мусор в те места, которые положены для сбора мусора. В результате операции сброс примерно 2 кубических метров мусора был предотвращен. Нарушители получили административные штрафы.